Праздник, который объединяет все поколения измаильчан. Именно так можно сказать о 66-й годовщине Победы в Измаиле. К 10 часам на площади Победы собрались около 1000 горожан и участников митинга, и просто тех, кто пришел своим присутствием почтить подвиг воинов-освободителей. Несмотря на капризы погоды, площадь была пропитана атмосферой торжества. По центру у мемориала «Вечный огонь» на специально подготовленных местах разместились ветераны. Множество цветов, воздушные шары в руках детей, нарядные горожане, парадная форма военнослужащих, такими были привычные для нас штрихи праздника Победы. Звуки гимна независимой Украины огласили начало торжества. К трибуне вынесли штандарт города. День Победы объединяет людей всех поколений. Этот праздник навсегда вписан в нашу историю как день священной памяти погибших, как символ беспримерной стойкости и любви к своей родине. Он важен для нас еще пониманием того, что единственным условием мира может быть только единство людей, народов и государств. В числе почетных гостей праздника был ветеран Великой Отечественной, освободитель Измаила Валентин Кравченко, который по сегодняшний день преподает в Киевском национальном авиационном институте. Официальную часть торжества на площади разбавило музыкально-театрализованное представление «Весна Победы». Подготовили его наши самодеятельные коллективы. Затем было возложение венков и торжественный парад пограничников. А по окончании митинга к мемориалу потянулись все желающие, чтобы возложить цветы и тем самым подчеркнуть, что память о наших освободителях не угасла. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».